Ну а чё ревёшь-то? А? Ну чё ревёшь? Не будет времени. Какого времени? На пенсию. Ну а чё плачешь-то? А? Он на пенсию зимой водится. Ты вещи будешь разбирать, нет? Нет. Всё-таки пойдёшь? Да. А куда пойдёшь-то? На пенсию. Ты хватит реветь-то. Да поди не ходи. Да нет. А? Не ходи, поди. Чё? Я хочу сильно отдохнуть. От кого? От вас. А чё мы тебе надоели-то? А? Надо ходить туда-сюда. Куда туда-сюда? К бабуле и назад. Хочешь к бабуле, что ли? Нет. А чё? А? Тащите, куда не надо. А куда мы тебя тащим-то? Ну, ты у баби Лены вот гостил. На улицу сегодня с бабулей ходил. Дома отдыхал, в садик не пошел. От чего ты устал-то? От чего? От энергии. От энергии? Ну, так надо раздеваться, да спать ложиться. А куда ты пойдешь? На пенсию. А пенсия это что такое? Это просто то место, где тебе дают покой, никто не тревожит никогда вообще. Да? Угу. А тебе не рано туда? Не рано, я вообще не готов. Я вообще готов. Готов? Да, на пенсию. Еще жужу беру с собой. Ну что ты туда сложил в пакет? Много чего, сама посмотри. И чего ты там наложил? Много чего, штаны, трусы, жужу, машинки, все другое, фломастеры. Понятно. Ну а я-то буду плакать без тебя, может останешься? Нет. Значит, ты меня не любишь, да? Нет, я тебя люблю, но просто хочется отдохнуть от вас. А что, у дома нельзя отдыхать? Да, дома нельзя отдыхать. Надо вечно за вами ходить. А ты был хоть раз на пенсии? Нет. Не был? Да, вообще ни раз на пенсии не был. Решил первый раз сходить, да? Да. Ну, а вернешься потом? Через 8 дней. Через 8 дней? Угу. Ну, ладно. Но я все-таки думаю, что тебе надо остаться. Ну ладно, подумай давай еще, ладно? Ага. Стоп, а что там я буду разукрашивать? У меня же еще не какая-нибудь раскраска даже. Да, мам. Не знаю. Ты что, будешь еще раскраски брать? Да. Только... Так. Вот-то я беру вот эту. Так. Капец, горе какое-то вообще случилось. А чё носок валяется? Он тебе не нужен? Ты не будешь носок брать с собой? Да у меня и так они уже есть. Да? Ага. Так, еще какая-то раскраска у меня была. Думаю, спанчбобы еще буду раскрасить. Ну, останься, пожалуйста, дома. Нет, я долго не ходил на пенсию и пойду.